Всем доброго времени суток, с вами Алисон Роуз, сегодня мы с вами попробуем игру под названием Raft. Естественно, я же немножечко слоупок, поэтому, когда уже все записали, я решила записать это только сейчас, я молодец. Смысл игры — выжить, а вы... Ну, вы знаете, да, что я люблю выживалки, поэтому долго разглагольствовать не будем, просто начнем новую игру. Есть, я так понимаю, будет маленький плотик, акула и я, предоставленная самой себе. Назовем мы игру... Знаете, как я называю игры, когда... Знаете, как я называю карту, когда не уверена, получится у меня или нет? Попытка. Так, я нахожусь на плотике, на каком-то очень маленьком, причем плотике. А я такая неаккуратная, что могу, мне кажется, что-нибудь не то сделать. Ладно, вот я вижу акулу. На и крюком. Ладно, я поняла, как работает крюк. Это чтобы цеплять предметы. Вот, например, плывут бочечки и... И я до них не достаю. А если вот просто кинуть еще раз? Ое. Ага, и все собирается сразу. Замечательно. Это очень удобно. Оп! Что-то поймали. Пустоту. Как прекрасно. Непонятно пока, как здесь работает крафт. Но я понимаю, что я должна все аккуратно очень ловить. И не дать акуле поводов меня сожрать. Вот так. Мне очень нравится, что когда ты притягиваешь, никакие кнопки больше нажимать не нужно. Если ты попал, игра говорит, достаточно уже поработал, так что больше от тебя ничего не требуется. И предметы притягиваются к тебе сами. Это хорошо. Да я просто, вы посмотрите, как боженька просто все цепляю. Так, как работает к... Ух, крафт. Так, что нужно делать? Что это? Even a space to contain one type of... А, понятно, это мне не нужно. Это типа... Посадить дерево, это что-то там ловить. А как построить-то что-нибудь? Это что? Что оно делает? Давайте посмотрим. А, оно строит. Но у меня нет ни шиша, чтобы что-то построить. Так, акула вроде нас не беспокоит. Я так понимаю, она здесь просто будет плавать, чтобы ты такой не обнаглел и не поплыл вплавь куда-нибудь сам. То есть она мне не мешает. Но она даже ко мне не подплывает, так что я ее, в принципе, не боюсь. Так, нам нужно знать, что сделать плот наш. Пошире, потому... О! Вау! Это... Уйди! Как... Что сделать? Бляха, перестань! Я ничего не могу... Это... Это что такое? Это я стараюсь, значит, делаю плод, а ты просто берешь свои наглые рожи, влезаешь сюда и все жрешь? Так, а что сделать-то? Как-то можно ей по... Топором можно ей врезать или... Вот что нужно, чтобы защищать... Защищаться. Но у меня нету вот этого. Сейчас сделаем. А теперь я могу защищаться? Сыкарно. Бочечка плывет. И она кашляет. Ты заболела? А, ты хочешь пить. А мне нечего пить. Может, испьем кровь врагов? Акулу, в смысле. Наверняка ее можно каким-то образом убить. Это же должен быть какой-то... Ну, у игры должна быть какая-то конечная цель. Здесь должна быть конечная цель сожрать акулу. Ну перестань кашлять, я сейчас придумаю, как добыть тебе воды. Это вот оно, да? Надо наделать, блин, этих ниток. Вот давай сейчас попробуем. А вот, ага, скрафтили. Блин, время даже крафта здесь нет. Ух ты, как она делает. Как истинная женщина показывает, куда нужно поставить, типа. А как попить? Как попить, как попить, как попить? Что сделать? Что-то нужно еще сделать, да? Нужно что-то, что? Что? А, вот, ага. Так. И готовить. О, она даже огонь сама разводит. Давайте больше так не будем. Стрёмно как-то. Вали нахрен, это мои деревяшки. Я их сейчас все не поймаю. Ага, видала? Хочу, ловлю. Хочу, не ловлю. Вообще, я здесь... Сумасшедшая какая-то. Попей уже, хватит. Хватит. Попила? Еще тогда готовь. Блин, вода еле-еле восстанавливается. Мне, например, очень нравятся игрушки на такой ранней стадии разработки. А именно, мне нравятся выживалки такие вот на стадии разработки. Знаете почему? Потому что они не добавляют реалистичную систему. Типа, все у тебя просто какое-то время. То есть ничего сложного нет вообще. То есть все само крафтится, не нужно время там какое-то на это тратить. Блин, нифига не ловлю. Ну что ж я косая-то такая, ну? Давай! Короче, давайте попробуем ловушку сделать. Как там это оно вообще что? Как? Вот, вот это, да?
Крафт. Не крафт. Ой, вообще далеко не крафт. Вот. Так, и что я могу сделать? Две. А что нужно? Ой, у меня есть семена. Вот это да. Круто, круто, круто. Отлично. Есть все. Есть вот... Что-то там накрафтили. Ага, и как это... Ага. Ой, а почему она не берется? Почему она не берется? Или она застряла? Блин, я не могу это взять. Что за груша? Нельзя скушать. Почему? Кук. Не хочу я ее. Я хочу ее... А-а-а, ну еда-то, небось, не так готовится, да? Давай-ка вот она опять сейчас пальчиком показывает куда-нибудь. Пускай будет здесь. Я готова. Кук готовить. Хорошо. А рыбу нельзя ловить? Блин, а что-то как-то с едой-то, да, не очень делишки. Что делать? Нужно что-то посадить, да, вот, наверное, вот сюда как-нибудь. Для этого нужно наделать веревки, потому что они мне 100% понадобятся. Итак. Не словила. Звучало, правда, ужасно, наверное. И что, сюда можно что-то посадить? Нельзя, да. А это можно сюда посадить? Ой, смотрите, как пальмочка растет в режиме реального времени. Офигеть. Вы когда-нибудь такое видели? Это же чудо. А точнее, просто игра на разработке. У нас есть картошечка. Блин, картошечка достаточно редкий гость здесь. Взяла и выкинула воду, как будто она мне не нужна. А я дерзкая. Мне кажется, можно расширяться. Расширяться, я сказала, а не жрать мой дом. Маленькая... Не маленькая, конечно, но тварь. Game over. Почему? Что? Ну, у меня было дофига здоровья. Умирают не сразу. Вы чё? Прикиньте, игра сказала, что я сдохла. Мы попробуем еще раз. Назовем это... Возможно, мы в прошлый раз поиграли, потому что назвали эту игру «Попытка». Если мы в этот раз назовем ее «Удача», нам будет удача. Гениально просто, господи, я сама от себя тащусь. Где мои обломки? Гоните. Акул вижу, обломков нет. Что, вы хотите, чтобы я строила из акулы? Я могу. Да, акула? А, то есть можно выставить крюк и ждать, когда кто-то на него клюнет. Типа, вот так, поймали бочечку и потащили. Прекрасно. Так, давайте сразу штуку сделаем вот такую. И сразу сделаем, вот не сделаем. Сделаем вот такую. Не сделаем, понятно. Так, теперь-то мы точно можем поставить, потому что я сейчас она точно захочет пить у меня, я это знаю. Давай-ка там потыкаем пальчиком, поставим вот сюда. Наберем воды. И баночка переместится на другое место, потому что она так захотела. Бочечка подплывет сама. И удочка же. Господи, я только сейчас увидела. Смотри, что делает, смотри, что делает. Я успею! А-а-а! Не успею, мразь! Ах ты! Вот же! Говнюшонка, да? Давайте удочку тогда сделаем, да? Раз как бы это проще, чем картошку ждать. Мы же сможем сделать удочку. Все, давайте делать удочку. Какая увлекательная ловля рыбы. Что-нибудь происходит вообще? Я не понимаю просто. Опа. Рыбеху словила. Вот и готовься, пожалуйста. Спасибо. Это лучше, чем картошку есть. Я-то думала, тут на одной картошке на воде будем. Надо кокос посадить, короче. Вот что надо сделать. Кокосец. Нужен кокосец. Кокосик сажается вот сюда. Бляха, опять нету этого материала. Слушайте, это как юка. Юка, по-моему, да? Или как ее там называли-то? Этот... Не юка, подожди. Нет, юка в этой, как ее самое-то... Короче, помните такую игру, где тоже была акула? Причем, нет, не одна, вру, их было несколько. Нужно было также выживать, плавать, и там еще можно было найти мячик из фильма «Изгой». Вот. Понимаете, я пока вспомнила этот фильм, я забыла, о чем хотела сказать. Это просто божественно. Я не могу даже описать словами, как я рада, что я такая глупенькая сегодня. Давай повесим просто. Посадим, пусть она растет. Я хочу видеть, как она растет.
Ой, это так мило, я не могу смотреть. Каким-то образом это должна быть цель игры, убить эту акулу, убить и сожрать ее, из ее шкуры сделать себе коврик, чтобы подтирать об него ноги, когда приходишь с грязной улицы. Божечки, мне надо лечиться, это слишком опять жестоко. Так, забахаем сюда вот ловушечку, вот уже будет неплохо, да? Ну, вот уже как-то вот... А долго она будет расти? Как-то можно будет сожрать. Просто она уже не растет, мне кажется, она выросла. Ведь она слишком близко ко мне подплывает. Не нарушай мое личное пространство. Так. Все, теперь точно на что-то должно хватить. Что-то я хотела опять сделать, а что забыла-то вообще? Что, зачем? Зачем мне было... А, ну правильно, защиту от нее сделать. Вот, видите, что она делает? А у меня вот что, если я тебе сейчас дырку третью в голову, во лбу сделаю. А, не, неправда, пальма-то еще тогда не выросла. И что, можно как-то это взять? Непонятно, но можно, конечно, вначале сделать топор и удостовериться, что как-то это можно сделать потом будет. Ага, с нее можно добывать все, что можно. Кокунат укатил. Я потеряла кокосик. Короче, давайте следить за кокосами, да? А то они, короче, берут и... Мой кокосик. Я не должна его потерять, мой кокос. Хорошо, мне кажется, нужно уже расширяться и делать ящик для хранения. Да? Ой! Да тут, оказывается... Я же не знала, да? Тут смотрите, что можно. Типа, правой кнопкой нажимаешь и... Куда эта лестница? Я тебе сейчас сломаю нос, понятно. Так, я поставила лестницу, потому что не знаю, зачем я ее сюда поставила. Это вообще самое глупое решение было. Теперь нужно понять, что с этим делать. Типа, это очень круто, у меня есть лестница. И шо? Что я сделала? Прикольно. У меня нет ни хрена, зато есть лестница в доме. Это замечательно. Я так понимаю, что я вообще лестницу изначально не туда сделала. Подождите. Сейчас мы разберемся, как это работает. Потому что пока что не понятно вообще ничего. Короче, значит, я беру вот эту штуку строительную. Зажимаю. Нет, так это не работает. Беру пилор какой-то там, зачем-то там. Ставлю его здесь. Наверху, наверное, можно поставить фундейшн как раз. Наверное, нет, я не понимаю. Мне кажется, я фигню делаю, потому что мне нужно, во-первых, фундейшн достроить, потому что маленький дом, а я что-то тут уже размахнулась на какие-то штуки. Так, давайте еще веревок наделаем и посмотрим. Значит, вот так, вот так, вот так. Не хватило! Хорошо, значит, мы сделали, поставили еще один фундейшн. Теперь мы сделали... Вот так мы ее сделали, да? Как поставить-то? Что происходит? Я не понимаю. Мне кажется, это все как-то... Placed on top of pillars. А-а-а! Все правильно было, короче. Она нужна была тут мне. Все, 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 короче. Пол ставится на вот эти штуки. Соответственно, пока у меня их нет... Я не могу ничего. Все нормально, все понятно стало. Все мне ясно стало. Теперь вот так поставь. И, значит, мы такие поднимаемся, а дерева-то нет, поэтому мы туда не поднимаемся, а ждем, когда что-то подплывет ко мне поближе. Вот, вот оно, божечки, господи, что я творю? Да я просто ничего пока еще крутого не сделала, но... Так, значит, в принципе, все понятно, да? То есть, единственное, что вот это смотрится офигеть как некрасиво, но ничего страшного. Она все равно стырила, ты посмотри на нее, а? Хватит кашлять, как старая бабуля пропитая. Я не буду больше забывать про воду. Точнее, я не обещаю, конечно, но я постараюсь избавить. А ты перестань кашлять, как старая бабушка. Ты пугаешь меня до невыносимости.
Так, а что еще можно сделать? Вот это что? Ага. Но я верх не буду закрывать все равно. Я хочу вот тут поставить какой-нибудь яшечек. Хотя не какой-нибудь, а вполне конкретный. Только можно его повернуть как-нибудь. Так, супер. В чест. Мы картоху положим. Семена положим. Ну что, акула, неохота подходить, да? Я смотрю, ты не подплываешь ко мне уже давненько. Что, боишься меня, тварь? Конечно, боишься. Видала, как я разделась? Она такая, блин, она думала, видимо, что я сдохну. Просто так, возьму и умру здесь. А я что? А я-то живу. Да-да, я акула этого явно не ожидала. И она решила доказать, что я не права, и запрыгнула прямо сюда. Ты что, охренела? Пошла вон отсюда. Но оно вообще, заметили, чем дальше я строю свои сети, тем дальше оно от меня плывет все. Игра — это несправедливость. Вот на самом деле мне непонятно, зачем здесь стены. То есть если будет стенка, то она сюда как бы типа не приплывет и не сожрет меня, что ли? Вообще, на самом деле, если так подумать, тут можно бесконечно всякой мелочевкой, знаете, заниматься. И всегда будет чем заняться по-хорошему. Ладно, друзья, на самом деле это, конечно, все очень увлекательно. Сейчас мы давайте акуле по роже надаем напоследочек, да? А вот. Мы что, убили акулу? Появилась новая! Офигеть! Слушайте, это самое логичное завершение ролика, которое только могло было быть. Я думала, мы все, короче говоря, ну типа, не будем больше запариваться, оказывается, все. Мы акулу-то убили, причем только одну убили. Ее дети, дети ее детей будут приходить и мстить мне за свою маму теперь? Вот какой смысл-то в этой игре в итоге. Ладно, друзья, это... Очень прикольно, мне нравится. Вообще классно получилось у нас. Мы с вами выжили, даже смогли завалить чертову акулу. Я не думала, что будет тыкать ее по голове. Мы в конечном итоге ее убьем. Идеальное стечение обстоятельств, я считаю. А будем ждать обновления в этой игре. Подождем чего-то более массового, больше крафта. И тогда обязательно попробуем в ней повыживать, потому что это действительно очень интересно. Просто и круто. Ну а с вами был Арисен Рост, был Рафт. Увидимся в других видео. Пока!